вкусно кормят. С утра Макдональдс, днем KFC, вечером Бургер Кинг. Да ладно, ладно, поняли мы уже, что ты в три смены работаешь. Вообще-то, когда я приехал в Новосибирск, первым делом я сходил на выборы и проголосовал за того, кого надо. И чё? Ну как чё? Сибири-то от этого лучше стало. Какой Сибири от этого лучше стало? Футбольная Сибирь в конце турнирной таблицы, хоккейную Сибирь тоже кое-как спасли. Ну зато у нас-то в Сибири всё хорошо. Да, Наталья Григорьевна? Нам, чтобы полностью погрузиться в атмосферу нашей команды, девчонки, доставайте ёрш. Чё, в отпуск ему мешать будем? Ты чё, дурак, что ли? Я правда эту вот маленькую штучку. Королевич Елисей. Ребята, которые еще не успели повзрослеть, а уже любят поностальгировать. Если театр начинается с вешалки, то телевидение начинается с рекламы. Что может быть смешнее, чем реклама 90-х? Только реклама 90-х на региональном телевидении. Представляет. Кстати, очень злой начальник заставил всех работать в праздничные дни, а его отместку угасили отравленными пончиками. Воды! Дайте кто-нибудь воды! Воды? Откуда у нас вода? Мы же не миллионеры, каждую неделю воду в кулере менять. Ну, скорую там позвоните, что ли? Правда, меня выгнали оттуда через две недели. За что? Да так, мелочь. У детей отбирала. А я
карантин просадили и все лето ели то грибы, то ягоды. А я все лето мечтала заняться чем-нибудь необычным, чего никто никогда не делал. Так ты бы прочитала всю литературу заданную на лето. Такого точно никто никогда не делал. Дорогие друзья, приезжайте к нам в Татарск, ведь у нас самые красивые девчонки. Стоит только выйти на улицу, обернуться вокруг. И мелом круг очертить. Королеве Челисей, спасибо.